Друзья, мы рады сообщить о завершении строительства первой воркаут-площадки в Молдове. Эта воркаут-площадка должна стать первым шагом к очень большому проекту по оздоровлению нации. В этом году мы построим 4 площадки, надеемся, в следующем году их станет гораздо больше. Бренд ОМ запускает проект ОМ Актив для того, чтобы спорт стал максимально доступным для каждого человека. Поэтому мы призываем, чтобы все люди Кишинева, пока Кишинева, мы надеемся, что в следующем году это будет вся Молдова, чтобы каждый человек мог попробовать себя в направлении здорового образа жизни, чтобы каждый человек мог поучаствовать. Поэтому приходите на эти площадки, берите своих друзей, знакомых, ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом и будьте здоровы. А мы вам в этом поможем. Компания Eldorado Terra с энтузиазмом присоединилась к национальной инициативе бренда ОМ по оздоровлению населения Республики Молдова и строительству первой воркаут-площадки. Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми задачами современного общества. Мы должны сделать все для того, чтобы у молодежи была возможность заниматься спортом. Мы открываем первую воркаут-площадку в долине Роз и надеемся до конца года открыть еще несколько таких площадок в зеленых зонах города Кишинева, где молодежь нашей столицы сможет приобщаться к физкультуре и к здоровому образу жизни. Наш девиз в компании Eldorado Terra – надежно, качественно, в срок. Этими же критериями мы руководствовались при строительстве воркаут-площадок.